самых маленьких посетителей ждет новое программа развлечений «Детский клуб». На глазах, да? Каждую субботу и воскресенье. Там сразу вставляешь и сразу же билеты выходят. А вы заказывали, Саня, на новый скрут билеты, например, да? Вот через это. Вот задел. Да, Настя, спасибо. Анастасия Борисова, наш специальный корреспондент. А там где? Ух, ёлк! Он все работает? Да. Ух ты! Кто там бьет на сзади? Take a break, I wish.
А дядька где-то? Вообще, урод. Ты опять лезешь? Зачем? Зачем он опять в этот сугроб залез? Сейчас на левую, на правую. Ёб твою мать. Бля, ебоши! Сука! Блядь! Пиздец. На нахуй! Пацана, вот этот вот дебил, прямо на глазах. Которые играют в политику, которые себя пихают.
люди. Но я, их, допустим, люблю совсем не то, что они пропагандируют. То есть, мне кажется, все-таки это люди не для юности уже. Они же не для юности. Cool. Блядь.